Центром дня города, конечно, стала улица Ленина. Здесь любой мог прикоснуться к празднику, даже проезжая мимо на автобусе. Ну а те, кто из него все-таки вышел, сразу оказывались в центре событий, в том числе и наша съемочная группа. В торжественном шествии по улице Ленина прошли представители трудовых и творческих коллективов, учреждений, общественных организаций, почетные граждане города, школьники, спортсмены, воспитанники детских садов. Дорогие лобницы, я поздравляю вас с Днем города. Лобня с каждым годом развивается, совершенствуется, хорошеет. Все это происходит благодаря вам, благодаря жителям, которые своими руками, своим усилием, своим трудом двигают вперед и город, и область нашу московскую, и нашу большую Российскую Федерацию. С праздником вас! Успехов вам, здоровья вашим родным и близким, счастья и благополучия. С праздником, с Днем города! Глава города Евгений Смышляев вручил первые паспорта юным гражданам города Александре Христофоровой, Андрею Чеповскому и Арине Рябцевой. Были объявлены итоги конкурсов «Лучший двор» и «Лучший подъезд». Лучшим стал двор на улице Чехова, дом 7А. Второго места удостоен двор по улице Проезд Шедунца, дом 7. Лучшим признан подъезд номер 4, дома 9А по улице Циолковского. Второе место у подъезда номер 7, дома 8 по улице Юбилейной. По окончании парада состоялся праздничный концерт, который длился до самого салюта. Лариса Панина, Александр Михайлов, Алексей Жуков, телекомпания «Лобня».